Можно ли регулировать теневой бизнес? На этот вопрос постарались ответить участники круглого стола «Легкая промышленность Якутии. Точки роста». Он прошел сегодня в столице республики. Во время дискуссии обсудили вопросы развития промышленности, объемы выпуска товаров, готовую продукцию и многое другое. Также затронули проблемы по бренду и патенту производимого товара, ограничения импорта из Китая и Киргизии, регулирование теневого бизнеса. Многие предприниматели отметили отсутствие должной государственной поддержки. По итогу работы круглого стола примут резолюцию. Ее внесут на рассмотрение парламентских слушаний. Далее дадут рекомендации правительству. В моем понимании, это все-таки мы должны до конца года и на следующий год какой-то инвестиционный климат сделать, да, для развития этой промышленности. Мы не должны исключать создание кластера. Должны сделать основу развития для всех, как и крупных, как и тех предпринимателей, которые занимаются на дому. Да, должны какие-то, ну, озвучить свои пожелания органам власти и принятие каких-нибудь нормативных документов.